Для нефтяников, газовиков, энергетиков и не только. В поселке Томилино разрабатывают и производят высокотехнологичную спецодежду, способную защитить от огня, пара, выбросов нефти и других производственных рисков. Продукцию люберецкая компания поставляет в более чем 20 стран мира. Пошивочный цех. Здесь курткам и брюкам придают окончательный вид. Пришивают логотипы и световозвращающие элементы. Ежегодно предприятие производит более 420 тысяч изделий. Сотрудники компании разработали больше 400 моделей спецодежды и около 2500 различных модификаций защитных костюмов. У нас есть целый ряд предприятий, где ребята создавали бизнес, по сути, мысли чистого листа и развились. И поэтому сегодня энергоконтракт, оно, по сути, в стране у нас единственное. У нас не так много, чтобы частное предприятие, скажем, поставило на ход некие научные изыскания, занимаясь наукой и дальше двигаться. Благодаря научной базе на предприятии разрабатывают уникальные защитные костюмы для нефтяников и спасателей, металлургов и специалистов лесной отрасли. Продукцию компании оценили и за рубежом. Спецодежду из Люберец покупают в более 20 стран мира. Количество благодарственных писем, сертификатов, это, конечно, говорит о том, что компания развивается и, видимо, за счет молодых, талантливых, умных сотрудников, специалистов, которые действительно продвигают и бренд, и ту продукцию, которая есть, постоянно изо дня в день развивают. Роман Тюрешков поблагодарил сотрудников предприятия за вклад в развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни. Вручил благодарности министра физической культуры и спорта Московской области, а также пригласил коллектив присоединиться к корпоративной лиге Подмосковья. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.